Всем доброго времени суток, это Gadget X. Компания VK World представила смартфон T2 Plus. Он выделяется среди остальных смартфонов своим необычным форм-фактором раскладушки. Он оснащен двумя 4,2-дюймовыми экранами, расположенными на внешней стороне и внутренней. Это позволяет использовать гаджет в сложенном состоянии для большинства повседневных задач, а в открытом удобнее вести переписку и разговаривать. Аппарат также имеет ряд других достоинств. Сейчас его можно предзаказать со скидкой в фирменном магазине на AliExpress. Смартфон оснащен двумя 4,2-дюймовыми IPS экранами с разрешением 1280 на 768 пикселей. Такой же в свое время был установлен в BlackBerry P9982 Porsche Design. Как и у последнего, задняя крышка VK World T2 Plus выполнена из кожи. Управлять устройством можно как с помощью сенсорных дисплеев, так и через физическую клавиатуру. VK World T2 Plus получил 4-ядерный процессор MediaTek MT6737, 3 ГБ оперативной памяти, накопитель на 32 ГБ, 13-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью на 2000 мАч. Работает аппарат под управлением Android 7.0 Nougat. В рамках предзаказа смартфон доступен со скидкой. Отмечу, что на сегодняшний день это самый дорогой аппарат производителя, и стоимость его $260. Компания Blackview представила недорогой смартфон с тонкими рамками S6. Аппарат отличается не только экраном с соотношением сторон 18 к 9, ставшим стандартом мобильного рынка, но и необычным дизайном. Также новинка получила большой аккумулятор емкостью на 4180 мАч. И сканер отпечатка пальцев. Blackview S6 оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 на 720 пикселей. По заверениям производителя, экран занимает 80% передней панели. Достигается такой результат за счет тонких рамок по периметру. Задняя сторона также не менее интересна, так как на ней имеется геометрический рисунок, придающий индивидуальности. Там же расположен сканер отпечатка пальцев. Смартфон оснащен 4-ядерным процессором MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 гигабайт, поддержкой карт формата microSD до 128 гигабайт. Основная двойная камера — это объектив с 5 линзами и светосилой f2.0 для съемки при недостатке освещения. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 5 вольт 2 ампера. Также стоит отметить возможность использования 2 сим-карт. Работает аппарат на Android 7.0 Nougat. Blackview S6 уже можно заказать в официальном магазине на AliExpress менее чем за 6000 рублей.